похудела с момента прилета с Сейшел на 9 килограмм. А как вы мой прикид? Вы видели сегодня в Инсте? Вот сейчас, вот как я выходила из дома. Сочи, привет. Мне 26 лет. В Самару приезжаю. Но я приеду, я планирую прилететь. Я так давно не выходила в прямые эфиры, ребят, это невозможно. Блин, ребят, вы говорите, блокируйте тех, кто пишет обидно, мне все пишут только обидное. А нет, вот пишут, Машуль, это супер. Спасибо, родные. Не нравится вам мой прикид, да? Товарища нет. Дата свадьбы роскошная. Рост 1,68 м. Просто сказочная свадьба была. Спасибо, ребят. Маша, выходи за меня. Кто? Неужели кто-то меня в жены готов взять? Ой. Обожаю тебя, Маша. Спасибо, я вас тоже всех очень люблю. Я все комменты читаю. Вот, пишут, стерва бухая, куда едешь? Ну, респонд. Одета супер. Как похудела, я перестала есть абсолютно. Маша, уйди ты с этого борды. Ой, а вы, кстати, заметили, я стала на скрипке играть. Каждый день это показывают или нет? Кадони меня... Да, он меня любит. Я стараюсь не реагировать на гадости, да. Я считаю, что те, кто пишет плохие комменты, ну, у них что-то в жизни просто не очень хорошо. Потому что вот если я... мне кто-то не нравится, ну, разве я когда-то зайду и напишу? Да меня до этого человека как... Не знаю. Параллельно. Зиме, привет. Я похудела на 30 килограмм. Когда это... когда болела анорексия. Сейчас на 9 или на 8, вот так. Speak English, sex. Спасибо вам, мои родные. А мы правильно едем? Отпиздили. Да нет, вы знаете, это не про меня драки. Вы что, не понимаете? Я миролюбивый человек. У нас сейчас жизни, вот вы вообще посмотрите, сколько говна. Теракты. Эти самолеты падают, взрывают эти самолеты, это же невозможно. Хочется хотя бы добра на проекте, потому что если мы еще пропагандировать какие-то драки, ну это уже все, ребята. Спасибо. Кто это называется? Цыганкова Элиок, спасибо тебе. Чтоб ты сдохла. Полинка Боброва. Слушай, ну ты это зря пишешь, потому что по карме это не совсем правильно. Да и вообще в жизни. Как с Кадони. Кадони очень классная. Я правда всех люблю, это не шутка. Я пережила 2 раза клиническую смерть, и я по-другому смотрю на мир. Я действительно люблю каждого человека просто за то, что он жив и дышит. Потому что, ну, кто бы что ни говорил, я благодарна всем за то, что люди живы и окружают меня. Будут показывать, будут. И я там сценку даже играла на свадьбе. Приоткрою вам секрет. Все было очень круто. Спасибо, родные. Да, все, я драться никогда больше. Да я и не хотела. Вы видели, это на меня как бы напали 2 раза. Это не про меня драки. Я же руки еще берегу, я же скрипачка.
лет сейчас? Мне кажется, около 53. Русценко, 18.08. Я не игнорю вопрос. Я просто, может быть, не успеваю немножко читать. Спасибо. Так, эфир будет раз, 4-го, наверное, со свадьбы. Кристине привет передаю, у меня просит. Ай-яй-яй. Дела хорошо. На поляну еду. Сегодня у меня дела лучше, до этого мне что-то было очень грустно. Ребят, я не могу вернуть назад губы. У меня после аварии вот здесь вот небольшой провал. И мне накачали ровно так, как нужно было, чтобы было ровно и все. О, Соколов Николай ТВ. Береги себя там. Блин, я столько раз уже отмечаю тебя, и ты меня, и все, мы никак лично не встретимся. Но ты крутой, мне нравятся твои репортажи. Я специально их смотрела. С Ростова привет. Никита Кузнецов, потому что он мне предлагал встречаться без камер. А я не среагировала, и у него началось ко мне вот это вот негатив. Потому что когда на человека все равно, заметьте, ты на него никаких эмоций к нему не испытываешь. Странно, когда мужчина в 30 там, лет, как Никита, меня цеплял. Ну не просто же так, вы же понимаете. О, Соколов Николай ТВ. И жду концерт, удачи. Будет, родной, тебе тоже удачи. Береги себя там. Ты же столько летаешь, горячие дочки. Но ты крутой. Я за тобой слежу. Я из твоих, кстати, из твоих соцсетей узнаю это, что в мире происходит. И мне нравится, что ты внешне красивый и новости ведешь. В общем, все это сочетается очень. Слушай, а мы правильно едем? Да. Вы знаете, куда нам ехать? Я знаю. Куда? Лодская. А? По Калужскому шоссе. Да. Помада, так, ну, Инглот, по-моему. Настя, Олеся, привет. Нет, у меня нет. Мне не очень нравится, когда татуировки на теле. Тюмень, привет. Я сегодня... Так я всегда красивая. Шучу.